Дмитрий Волошин в ближайшую неделю продолжит принимать жителей микрорайона Сходня. На очередную встречу со своими вопросами к главе Химок пришла инициативная группа старших по подъездам дома на Вишневой улице. Ситуация запутанная. Несколько месяцев назад выяснилось, что у них две управляющие компании, и платежные квитанции стали приходить в двойном экземпляре. Кто-то же подъезды моет, двор убирает. Ну как это? Сходня. Они работают. И обращаемся, вот к ним по всем вопросам, по электричеству, по лифтам. Что-то случилось в подвале, все они нам делают. Вычистили подвал. Все к ним обращаемся. А вот этот жилищник мы в глаза не видели. Абсолютно. За эти 4 месяца. Глава выслушал жалобы, изучил документы и пообещал разобраться в ситуации в ближайшее время. Две управляющие компании между собой. Я не понимаю, выставляют так, то тогда эти платежки будут у Сходня оплачивать, но не жильцы. Вы платите по счетчику, вы платите своевременно, и все, у вас никаких не должно быть платежек. Конечно. Это, ну, вообще вот это, я бы так сказал, недоразумение между двумя управляющими компаниями, это вообще вопрос сугубо администрации навести порядок. Прием глава округа ведет в Сходнинской школе на Первомайской улице. Обратиться к Дмитрию Волошину со своими проблемами может каждый. Узнать следующую дату приема и записаться можно на сайте администрации или по телефону 8 495 572 73 38.